Ну что ж, друзья, скоро выход iOS 18. Готовы ли вы? Готовы ли ваше устройство к тому, чтобы вы накатили? Я вам хочу посоветовать, чтобы вы делали резервную копию. А самая лучшая программа для того, чтобы сохранить ваши данные, сделать резервную копию и избежать от потери данных, сейчас я вам это прекрасно продемонстрирую. Давайте знакомиться с TenoShare iBot. Это лучший безопасный инструмент для восстановления режима iPhone и восстановления системы iOS, macOS в домашних условиях. Нажмите, чтобы войти или выйти из режима восстановления, устранение более 150 системных проблем iOS, iPadOS, tvOS, так же как застревание на логотипе яблока, экран не включается, циклы режима восстановления и так далее. Обновляйте до последней версии беты iOS 17 и уже 18. Понизьте версию iOS 17 до предыдущей версии без джелбрейка. Бесплатный ремонт, понижение и обновление системы macOS за считанные минуты. Сброс iPhone, iPad, iPod Touch без iTunes и Finder. Исправление ошибок iPhone, iTunes такие как 4013, 4005. Простым щелчком мыши. Поддержка всех версий iOS устройств, включая последнюю версию iOS 17 и все модели iPhone 15. Друзья, какой мы здесь видим функционал? Подключаем наше устройство. Если вам нужно исправить какие-то ошибки, нажимаем «Начать восстановление». Здесь режим восстановления. Одним щелчком, чтобы войти или выйти из режима восстановления. Вот, войти либо выйти. Вообще, простота действий. Обновление или понижение версии iOS. Вот это вообще супер фича, как по моему мнению. Сброс одним кликом. Режим антивосстановления данных. Что это значит? То есть, когда ваш iPhone, iPad участвует в программе обмена Apple, когда вы хотите уничтожить конфиденциальность данных устройства, обеспечить их невозможное восстановление, гарантированная конфиденциальность данных вашего iPhone или iPad в безопасной среде. Все, очень тоже полезная штука, поэтому обратим на это внимание. Ну и больше инструкций. Вот здесь вы можете ознакомиться с функционалом, обновление, понижение версий, восстановление iTunes, ремонт ошибки, исправление системных багов, ошибка такая-то, инструкции для ремонта, восстановление резервной копии и разблокировка экрана. Очень крутая фишка, как по мне. Поэтому все ссылочки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Также, ребята, я хочу вам порекомендовать от той же самой компании TenoShare iCareFone. Вы здесь можете делать резервные копии, фотки все скидывать, с музыкой работать, там конвертировать в MP3, если вам нужно перенос в iTunes, конвертировать доступности устройства, перенос на устройство из iTunes. Все в одном видеоредакторе. Очень классная штука, удобно. Вот тут руководитель, бэкап восстановления данных и прочее, прочее. Очень классная штука, точно так же вам будет полезна. Все ссылки в описании под видео. Начнем с того, что релиз iOS 18 во второй половине сентября будет уже доступен. Фишки iOS 18. Значки по цветам вы можете регулировать так, как вам нравится. Центр управления новых виджетов Apple Music. Центр управления можно кастомизировать под себя. Размер иконок, местоположение иконок и прочее, цветовые гаммы и так далее. Улучшенный поиск настройки. Новый искусственный интеллект во всех приложениях. Транскрипция голосовых сообщений не только в сообщениях, а везде. Искусственный интеллект будет предлагать заготовленные ответы на письма в почте. Автоматический подбор смайликов в наборе текста или сообщений. Новые текстовые эффекты в iMessage. Искусственный интеллект сам сократит статью, выделит самое полезное и суть статьи. На записи экрана реклама будет заблюрена, если вам это будет нужно. Самые крутые фишки искусственного интеллекта будут платными, естественно, для самых новых устройств. Или сможет удалять электронные письма, документы удалять или искать отправленные веб-ссылки по электронной почте и прочее. Новое приложение менеджер паролей, генерация паролей, защита данных и прочее. Приложение календарь будет работать с напоминаниями. Очень классная, кстати, фишка. Давно пора было совместить. Уменьшение скачивание, когда сидите в устройстве и едете в транспорте. Тоже интересная фишка. Галерея обоев пополнится старыми устройствами системы. Вот такая ностальгия от Apple. Так вот, друзья, вот такая вот история. Я надеюсь, что в ближайшее время нас немного порадует. Что-то будет лучше, будут какие-то нововведения, очень интересные плюшки, которые помогут производительности, в автономности и в облегчении каких-то простых повседневных задач. И все, напоминаю вам, друзья, то, что все полезные ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.